мальчик. Красавчик. Лежит вот у него. Когда мы вот ногу бинтуем, вот у него одна нога очень сильно, вторая это нормально, разумеется, вторая вот у нее тяжелая, только сейчас верхняя. Там сделано отделение, и запах хороший. И больно, видать, ему. Вот мы сегодня мы кетровали, а потом через час привязку. Кетровали тоже привезли. Ага, хорошо. И вот он пытается скакивать. Но мы вчера его поднимали. Мы на стропах, мы на стропах. Ну, вообще, да. Ты мой мальчик, ты мой красавчик, ты моя солнышко. Вот сюда вытащили и обратно. Он виснет, там них не ходит, даже при ноги подкашивает. Больно, потому что. Больно и слабый, да. Как там у него кость вот на той стороне? Кость торчит вот настолько. То есть всю пятку съели они ему. Там было как вот, вот сустав. Вот здесь вот выгрызено, на той ранее, а здесь кожа была, но сейчас кожа съехала. Я тогда, я пока вот никакой ПХО не делал, то что надо обрезать там это все. Сегодня уже Вася вот соль лежит, сколько он вообще не ест, он туда ест. Да, соли у нас, соха тоже. У нас есть соль, ничего не пьет, он только снег ест. Они мясо едят, чтобы рога у них росли. Они едят кости животных, они мясо едят. Наш курятину жрет. Сухой собачий корм. Сухой собачий корм. Собака разгоняет. У нас три лося. Три лося? А вы где находитесь? В Калуге? Да, да. А у вас там есть этот, ну, вольер, ну, территория, да? У нас территория. Ты мой мальчик. Ну, красавчик. Красавец, все будет хорошо, бывает. Мы тебя перевезем, мы тебя вылечим, будешь гулять у нас вместе с Михом, да, я тебе не дам его обижать, на. Ты мой сладкий, ты мой хороший ребенок мой, такой мой мальчик, да, ты мой красавчик, ты мой хороший папочка, ты мой хороший, ты мой красавчик, Так, значит, надо купить мумиё. Серёг, я хочу вам его. Мумиё. В любой аптеке, золотое, алтайское, неважно. Хорошая вещь для заживления костей, сухожилий и прочего. Оно просто очень такой бодрит. Две таблетки на стакан теплой воды. Переливать в темный пузырек. Можно обрабатывать рану, можно вливать внутрь. Хорошая вещь, заживление. Именно вот мумиё. В растворенном виде таблетки вот на стакан выплывают. Все будет хорошо. Серёг, дай мне сапоги понюхать, они лосями пахнут. Нет, а вот он сейчас, сейчас и не будет пить. Он же дикий. Да, дикий, да. Ну ладно. Все будет хорошо.